Ведущему омскому клубу смешанных единоборств «Сатурн Профи» исполнилось 37 лет. Солидную дату спортсмены встретили яркими победами. В эти дни бойцы клуба взяли верх в престижном международном соревновании «Кубок золотого шлема» по панкратиону. Сегодня отличившимся спортсменам клуба были вручены специальные призы. Награды получили Иван Дербенев, Дахан Курмашев и Самир Агаев. Для себя подтянул, в принципе, все аспекты боя. Это борцовская техника, ударная. Вот. За это спасибо моим тренерам Евгению Корману и Дмитрию Крому. То есть они мне постоянно подсказывают. Мы улучшаем технику. Стойки я стал лучше, чем то, что я стал себя уверенно чувствовать. Приобрел какую-то ловкость. Как-то стал в технике лучше. А в борьбе я выучил несколько болевых приемов и удушающих. Ну и стал их использовать. Чемпионские значки – новый вызов. Календарь 2016 года будет сверхнасыщенным. В феврале – чемпионат России, в мае – Кубок мира по панкратиону в Латвии. Возможность отличиться будет и у ребят до 16 лет. Они выступят во всероссийских соревнованиях по нескольким видам спорта. Подготовкой этого состава занимается известный омский боец и тренер Дмитрий Кром. В этом сезоне я поднялся во всех аспектах, и в ударной технике, и в борцовской. На области я нокаутировал с боковым правой рукой, а на мемориале с Боровского турнире «Золотого шлема» я предпочитал борцовскую технику, бросал, приходил в ноги. В этом году мы начали очень хорошо выступать и по рукопашному бою, и по ММА, и по панкратиону. Везде мы в лидерах. Вот недавно был по рукопашному бою кубок сотрудников ГИБДД, мы его выиграли. Сейчас мы выиграли кубок «Золотого шлема», международный турнир памяти нашего тренера. Я думаю, мы идем в правильном направлении.